Через неделю, ориентировочно 12 апреля, по прогнозам синоптиков, произойдет вскрытие реки Вологды. Город к этому моменту готов. Серьезных проблем во время паводка специалисты не ожидают. Об этом заявил сегодня во время традиционной пресс-планерки мэр города Андрей Травников. Паводок будет достаточно простой, без каких-то серьезных последствий. На сегодняшний день уровень воды в реке 107 метров 79 сантиметров. Ну, для справки, критичный уровень, когда отмечаются первые признаки подтопления, 112 метров. Как видите, более 5 метров до критичного уровня запас есть. Мало того, с учетом благоприятной погоды, ночных заморозков, необильных осадков, за последнюю неделю наблюдается снижение уровня воды. В Вологде только за сегодняшний день уровень упал на 6 сантиметров. Тем не менее, все службы, спасатели, представители коммунальных предприятий, полиция находятся в режиме полной готовности. Приняты все меры, чтобы свести риски подтоплений к минимуму. Спасатели проверяют русла малых рек, освобождая их от мусора, который может создать заторы. Готовят личный состав и технику. Мария Поздеева, Михаил Прищев, Вологда-Портал.